Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Гудмен, и сегодня мы будем проходить бонусную главу в игре «Страшные сказки Нити Судьбы». Честно, у меня есть предположение, что может быть в бонусной главе. Мне кажется, продолжится вот эта вот так называемая дуэль между нашей героиней и судьбой, но на самом деле вот... Мне эта дуэль не сильно нравится, потому что судьбу выставили каким-то обычным демоном. Вот, и мне это все не нравится, скажу вам, это так все. Ладно, посмотрим, что будет. Вдруг разработчики приятно удивят. Всем приятного просмотра. Сложный режим, друзья, тоже проходим бонусную главу в таком... режиме. Антропа создала мир, который мне знаком, к сожалению. Anna Gray, countless times you have interfered with destiny, changing history to restore your pitiful family. But now you are my target. Can you save your own life? You may have saved Jackie's parents from that serial killer, but there is no one to rescue you. Hurry, you don't have much time. У меня есть время для игры с Антропос. Вообще, чего нам бояться? Еще впереди 10 частей у нашей героини, поэтому абсолютно точно она здесь выйдет победителем, поэтому можно не переживать. Я должна была предполагать, что Антропос не смирится с поражением. Она устроила мне ловушку и приготовила испытание. Она хорошо меня изучила и знает, что я буду бороться до конца. Надеюсь, удача меня не покинет. Для начала я должна одержать победу над воплощением дорожного убийцы. В этом мире он стал вместилищем тьмы, наполнявшей его душу. Нужно найти его, уязвимое место. Антропос присуща жестокость, но она всегда играет честно. Она хочет одолеть меня в поединке, а не убить сразу. Опять же, друзья, вот я от своих слов не отказываюсь, для меня вся эта ситуация выглядит довольно смешно, потому что, ну, блин, судьба — это что-то могущественное, непреодолимое, и если тобой заинтересовалась такая личность лично, мне кажется, шансов, по крайней мере, в данной весовой категории не будет, то есть будет там какой-то условный архангел, или там, я не знаю, кто-то еще там, или какой-то... Какое-то божество условное там. Было бы на это посмотреть, возможно, интересно. Но в данном контексте это выглядит все довольно смешно. Но разработчики сами выбрали такой путь. Сделали судьбу каким-то, повторюсь, обычным демоном. То есть для меня это как-то неприемлемо, если честно. Нет кнопки на перчаточном ящике. Винт и пинцет. Да, вряд ли. Толстоватая слишком. Какая-нибудь монетка пригодилась бы вполне. Так.
Тут вроде бы все с палкой. Это что, пинцет? Так, избавимся. А вот и монетка. Так, все в ржавчине. Можно заточить. Тут какой-то демон наверняка будет. Да, точно, демон. Может, здесь? Южная Америка. А, череп, это, наверное, тут. Ага. Ну, все, теперь идем. Теперь идем сюда. И... О нет, о нет, только не цвета. Ой, боже, ну. А что, все получается? Повезло, сразу правильно сделал все. В этом странном гибельном мире, где скорбь и покоя нет никому, найди огонь, пылающий синий. Он позволит изгнать тьму. Мой вольный перевод, он сможет, он позволит. Как-то я сам себе что-то дочитал. Ну, в общем, как-то так. Так, это что такое? Линза. Странно. Значок такой, смотрите, а почему не сработало? Может, надо что-то еще, какую-нибудь оправу специальную для этой штуки? Эй. Так, что здесь? Найдите все розы, 12 штук. Еще 4 розы. Двенадцать символов. Может, вот эти вот писульки всякие на заднем фоне есть символы? Как вариант. Там я не вижу ничего. Вот, блин, последняя точно мозги все вынесет. Да ж вы ее-то спрятали, слушайте. Наш где угодно может быть. В тени какой-нибудь прикрылась, и фиг найдешь. Ага, вот что-то здесь. Опа. Могила моих родных. Тебе не удастся меня напугать, Антропос. Элизабет Макгрей. События, связанные с прошлым Макгреев, не прошли бесследно для Элизабет. От былой беззаботности не осталось и следа. Элизабет тревожится из-за того, что произошло с ее братом. Так, морфинг-объект.
Что это за бутылка такая? Кислота. Угу. Кислота вещь полезная. Только вопрос, зачем мне это, лопату взять? Угу. Тогда на прошлую локацию. Тише, не пугай, не пугай, не пугай, мы успеем. Нам еще 10 раз родственников спасать, о чем ты говоришь? Так, в таких пазлах самое главное найти верхушку всего этого. Дальше дело пойдет гораздо проще. Честно, халтурят разработчики. Почти все действия были на одной локации, как-то мне это не очень по душе. Так, нога какая-то нужна еще там. Что-то же было. Что-то же было такое. Так, по-моему, на этой локации, кстати, все. А, нет, еще не все. Мы сюда еще вернемся. Ничего не понял. Так. Давайте один повесим, чё инвентарь и так уже куда-то уехал. Так, по-моему, здесь, где мы копали, был ключик, можно было использовать. Так, а это что? Тусклый камень. Наверное, надо его подпалить вот здесь. Какие-то цвета, вот, блин, везет же мне на пазлы цветные. Так, что-то интересное. Машина здесь. Блин, ну куда что ставить, понять бы. То есть сюда что-то надо, но вроде багаж должен быть. Велосипед точно здесь был, вот там же, где и это. Что он тут делает? Мы на велосипеде добрались как бы. Понятно, куда ставить, если честно. Блин, странный пазл какой-то, дурацкий пазл. А где эти мужики стояли? Ну, они, скорее всего, ждут чего-то. Котик. Он тут сверху спал, да, было такое. Да, сумку эту деть.
что тебе еще не нравится? Белочка. Белочка была здесь. Она еще орешек держала при себе. Так, это что такое? Угу. По три локации, еще три локации будет. Смотрим, смотрим, смотрим. Какие-то гвоздики. Брать как бы нечего. Ой. И сцена поиска. Найдите пары соответствующих предметов. Ну, давайте попробуем это сделать. Пары. То есть, типа, метла и ведьма или просто метла и метла, да? Угу. Что здесь такого примечательного еще-то есть? Вот мне череп нравится, колечко интересно расположено. Тоже может быть косточка, кстати, да. Еще до хрена. О боже ты мой. Может вот так? Это змея? Вот как бы две змеи тоже. Ну не очень подходит. Ладно, давайте дальше смотреть. Вот тут еще лошадь такая, подходит. Я думал с этим. Сразу почему-то не нажалось, интересно. Кольцо нет, кольцо такого нету. Огонь тоже не присутствует. Слон, где-то есть еще один слон. Кстати, привидение тоже может быть, вот он. Нет, привидения нету. А. Странно. Тут я по два раза жму на одно место. Почему-то у меня либо проскакивает что-то с мышкой. Надо много раз жать, чтобы проверить, насколько правильно совпадает. Или надо первый объект правильно выбрать. Не очень понял. Я даже не понимаю, кто это, неваляшка какая-то или что это такое. Честно, вообще без понятия, кто это, кого я выбрал. Так, последняя пара ты. А, клоун типа, наверное. Ну или какая-то игрушка. Неплохой пазл, мне понравился. Пазл, скорее сцена поиска.
Смертельный жар ему не опасен, двуглавый орф не боится огня, врата уже близко, но страж ужасен, мелодии и звуки тебя сохранят. Так, новая локация. Естественно. Как же без страшного стража? Так, что у нас здесь? Нужен гербицид. Нужен гербицид. Гербицида нету. Так, Джеймс МакГрей. После того, как Джеймс оправдали, его сестра была спасена, он стал изучать паранормальные явления. Кто знает, куда это увлечение его может завести. Я думаю, очень скоро мы это узнаем. Так, тут не хватает перьев, это абсолютно точно. А что собачке-то надо? Собачке-то точно что-то надо. Это крылья или это сердечко? Сердце. Ну-ка. Ага, пока перья не это. Слушайте, а где весы тогда, интересно? Что-то весы я не находил, между прочим. На столе куклу мы тоже не трогали. Угу. Тут как бы голова отвалилась, как бы и достаточно, да? А вот здесь как раз нарисованы весы. Нужна статуэтка, скорее всего, какая-нибудь Фемида, богиня, как это, богиня правосудия. Так, видимо, надо гирьки одинаково весили. Ну или. Фемида, ну, естественно. Так. Гербицид, рецепт. 1 плюс 2 плюс 3 равно 4. То есть... Порядок важен или вообще без разницы? Блин, а как сбросить. Так, а просто наливать или же там надо какую-нибудь прыскалку, пульверизатор, вы меня поняли, я даже не выговорю сейчас. Так, взяли, мне нужен этот крюк, может отпилить его чем-нибудь, изогнутый ключ, обломок плиты, интересно. А тут цепь, да, нужно перепилить цепь, собаке что-то другое надо, здесь только крюк остался. Давайте попробуем ключ этот использовать, наверное. Да, по три локации, может быть, последняя будет финальная. Тихие звуки исходят из дерева.
Детство Брэндона не назовешь безоблачным. Болотная ведьма прокляла его, и он стал оборотнем. Однако произошедшее только закалило его волю. Так, а вот эти можно перепилить много чего. Это абсолютно точно. Так, тут все какое-то немножко кривое. Слушайте, я эту Южную Америку с собой таскаю уже, блин, довольно давно. Почему? Почему ничего не происходит? Щетка, может быть, здесь щеткой поработать? Так, скрипка. Четвертая. А, так это. Угу. Угу. Все ясно. Так, а что тут еще надо сделать? Мне нужны краски. У нас есть напильник, у нас есть скрипка. Так. Так. Нету кисточки, но есть краски, да? Так. Так. Вот удобная вещь, напильник. Крюк и цепь. И мы теперь дотянемся до сундука. Есть какая-то кнопка. Перьев мы еще не нашли. Еще два пера надо найти. Так, стойте, где этот сундук-то был? Я. Это ж он здесь был, по-моему. Тянем, тянем. Заперто. Что тебе надо? Кольцо какое-то, видимо. Краски сюда. Просто крась, а он сам закрасит. Нет. Я думал, он это. Ой, сейчас вот фейс нарисую такой красивый. Ой, извини. Не то. Все что-то. Вот. Как удобно делать. Сразу видно, где подходит, где не подходит. Я сейчас запутаюсь, что реально потом не разберусь. Блин, зря я так сделал, конечно. Не 4, а еще вон сверху. Блин, еще сверху что-то ж осталось. А что это такое? Там сверху как. А, это просто, наверное, это. Давайте, это где? Нет. О, да, я тут сейчас нарисую вам, ребята. Какие-то вы бледненькие здесь. Так, еще одно перо, еще одно кольцо. Сейф закрыт и не достает какой-то детали. Кстати, а где у нас? Где у нас был этот сундук? Сундук-то достали, а кольца-то не было. Опять. Что это? Это Евразия получается. Ну да, вижу Европу, вижу Азию. Только немножко на. Чуть-чуть неправильно, я бы сказал. Так, третье перо. Отлично. Идем сюда. Раз, два, три. Только зачем мне эти колокольчики? Я, честно. Ой, блин, надо еще поставить как-то правильно. А как правильно? Да, какой правильный порядок? Где больше, где меньше должно располагаться? Вот кто мне это объяснит? Видимо, правильно уже потом не двигаются, я так понимаю. Ничего не, а что они не двигаются? Удобно в таком пазле, конечно. Так, может, он уснет как-то? Что ему надо? Мелодия усыпить чудовище. У меня есть колокольчики, но ему этого мало. Я
какие-то другие звуки надо, видимо. Колокольчики были в какой-то, блин, сказке либо мифологии, тоже была какая-то собака, я вот не помню уже где, и колокольчики усыпляли эту собаку. Так. Вот и ответ. Так, что это значит? Не понял. Так, я поспешил там? Спешить больше не буду, скорее всего, но его в баню. А, надо такой символ найти или что? Как он состоит, с чего? Есть ты, есть ты. Вот это какая-то загогулина. Слушайте, ну вот мне нравится подход в головоломке, что если ты ошибаешься, ты решаешь вот этот вот первый пазл сначала. Это прикольно. То есть, знаете, хоть, как говорится, смертей, так, ну, как называемых таких играх нету, но играешь как-то вот, честное слово, немножко аккуратнее. То есть уже не так наобум. Ай, как бы не решил, типа все равно игра там что-нибудь откинет чуть-чуть назад и все. Тут такое не прокатит. Так, тебя я вижу. Тебя я вижу. Блин, его голова, конечно, жутко мешает. Тебя я вижу. Я не знаю, что еще тут есть. То есть вот эта часть есть. Вот это вот. Вот этот вот. А вот это что такое? Чем-то похоже на вот это, но я бы не согласился бы. Полукруг какой-то, ну, возможно. Блин, да я не знаю, что четвертое здесь. В центре, мне кажется, я уже все выбрал. А вот что по окружности? Вот это вообще непонятно, что вот это такое. Давайте так выберем. Нет, неправильно. Чего? О-о-о. Блин, ну это несправедливо. Я надеюсь, они поменяют там, и будет видно, по крайней мере, символ, который там остался, потому что я так не согласен. Блин, повторяется все. Но как бы хорошо, а с другой стороны, как-то не очень. То есть здесь понятно, понимаете? А вот здесь абсолютно я не понял, какой символ здесь. Мне лично он не виден. По-моему, даже эти повторяются фигуры. И что это за фигура? Вот кто мне объяснит? Ну, это мы пробовали. Это мы пробовали, это мы пробовали. Я выбрал вот это, да? Но оно не подходит, если брать... Ну, вот это что? Вот это что тут еще за фигура? Ну, блин, что-то я, может, не вижу. Я бы еще вот эту выбрал бы, возможно, но... Тут, в принципе, вариантов-то, смотрите, сколько осталось. 1, 2, 3, 4 варианта осталось. Может, в центре что-то еще есть? Потому что вот этот, вот этой вот фигуры нету нигде. Вот этой вот цельной. Попробую это. Да. Ну, я не знаю, друзья, со мной вы согласитесь или нет, но мне лично не очень понятно, что там нарисовано. Ой, отсюда.
Так, вот эти две неправильных, осталось три. Креста я здесь вообще нигде не вижу. Вот этого кружочка с точкой тоже, значит, только это остается. Я не понял все равно. Извините, но я это не понял. You may have solved two tests, but this last challenge will not be easy. By stopping that plane from taking off, you changed the fate of countless people. But how will you escape when you are on board? You should hurry. See you soon, Anna Gray. Это интересное заявление. То есть нам предсказывают какую-то гибель возможную. Так, ошибись. Ладно, давайте разгребаться здесь. Давайте, давайте. Клей. Магнит. Что ж тут меняется-то? Картинки, континенты вижу. Ага. Так, ну что? Да, это Евразия, Южная Америка. Останется еще Гренландия. Отремонтировать самолет, аварийный номер, бла-бла-бла-бла-бла. Угу. 84 121 2021. Ну, мне пока никто не ответил. Что мы еще взяли тут? Пока что больше ничего. У нас появился клей. Здесь надо кнопка еще одна. И все. Клей и магнит. Что с этим можно сделать? Тут ничего. Ага, может здесь магнитом? Вот и Гренландия. Нет, друзья, континент. Гренландия — это не континент. Это глупость, это самый большой остров. Но это никоим случаем не называется континент. Ну уже будьте добры, хоть в таких мелочах пишите все правильно. Откройте изображение, скрытое под плитками. Коснитесь необходимых плиток, чтобы убрать их с панели. В чем смысл пазла был? Ни штрафов, ничего не давали. Какой в этом смысл? Так. Взяли довольно мрачную плиту. Надгробную. Так, это было в той комнате. Давайте посмотрим, что будет.
цена поиска последняя в бонусной главе. Так, еще хочу еще. А пока не вижу, кстати. Закол колеса череп. Цветок, кольцо, звезда. Браслет, зеркало, шаль. Стюардессы нету. Не берется. Ключ, зеркало, шаль. Блин, такие мелкие предметы здесь, конечно, искать довольно сложно. Может, есть какая-то зона, которая что-то меняет? Ключ и зеркало. Блин, ну ключа, друзья, я не вижу. Я уже потыкаюсь, потому что реально не вижу. Это был ключ. Не, это я бы не нашел так, чтобы смотрел просто, втыкая во все, что там происходит. Что мне это дало? Так, а вот и какой-то телефон. Джеки Грей. Джеки выросла в приюте. Проклятие кровавой Мэри и спасение наложило отпечаток на девушку. Она стала адвокатом и теперь помогает невинным людям, которые не могут оправдать себя сами. Так, взяли. По-моему, на этой локации мы все поделали. А, крыло еще осталось, кстати, да, получается не все. Я уже позвонил. 6174-382. Пофигу им. Ладно, бежим делать аптечку. И что там это будет? А еще что-то надо? Да, там, наверное, две змеи будет. И батарейка осталась. Хм.
Кстати, что по вторая змея? Сейчас фонарик, наверное, найдем. Тут будет сцена поиска. Ну а дальше что, я не знаю. То есть фонарик без батареек. Потом мы придем к холодильнику. Найдем, наверное, спиральку вот эту вот. Я как-то думал, что здесь фонарик будет. Что тут еще осталось? Нужен инструмент. Да, я оказался абсолютно неправ, все по-другому здесь. Бум-бум-бум. И что дальше? Вы серьезно? А где что нажимать еще осталось? Стойте, я что-то не пойму тогда. То есть я какую-то подлокацию еще не нашел, что ли? Да я все повыбирал. Что еще осталось? Ничего не понял. Ничего не понял. Как уже здесь можно заблудиться в двух соснах? Батарейка явно для фонарика. Ну блин, как пить дать? Только не баг. Хватит с меня багов за последнее время. Дайте фонарик. Птичка, блин. Где-то часть крыла, скорее всего, не вижу, мне так кажется. Может быть, здесь? Фонарик, часть крыла. Что тут тебе надо? Что ты хочешь от меня? Нету тут ничего. Вот как в этих кнопках можно разобраться? Ничего нету. Конец игры, супер. Что я не вижу? Я что-то простое не вижу. Если батарейки туда. Ой-ой-ой. Да, интересно, они, конечно, это реализовали. Ты звонишь, и что-то происходит. Понятно. Фонарик будет сейчас под этим, наверное. Вот здесь. В сумке этой. Естественно, без батареек. То, что мы и думали. Немножко не так я это представлял себе. Они все-таки как-то замудрили сильнее. Нужно заменить лампочку. Так. А если вот здесь снять... Еще одна сцена поиска. Надеюсь, не такая сложная будет. Канапе надо делать. Не, канапе лучше потом сделать. Да, предметов немножко меньше. Может, вот это просто и все. А, то тут быстренько. Так. Что еще? Вилка. Это точно курица. Это вообще на улитку похоже. Что улитка в холодильнике делает? Уверены, что там кушать можно?
тебя. Я так предполагал, что вот эти вот с палочками будет чего-то не хватать. Это, видимо, пряничный человечек остался. И что-то продолговатое с чем-то вываливающимся. Что это может быть? Соль, да? Или что там было? Блин, где этот пряничный человечек? Вот он. Так, ну вот и спиралька. Ну, со спиралькой я угадал, что она в холодильнике, скорее всего, где-то. Сюда мы сажаем самолет, собственно. Мы ж всемогущие. Друзья, я уже не первый раз в эту игру играю. В общем, это мини-игра довольно любопытная такая, знаете, карточная. Две попытки у меня было, две неудачных. Причем последний раз я довольно далеко зашел, но так, чтобы не растягивать хронометраж видео, потому что одна партия у меня заняла, ну, примерно минут 8-9, я в итоге проиграл. Надо здесь, в общем, как-то разрабатывать стратегию. Давайте попробуем еще раз вместе с вами. В общем, не буду ничего объяснять, но советую, вот ради только вот этой мини-игры, советую поиграть. Но вообще, честно, здесь карты, я бы сказал, очень даже нечестные. То есть у противника заведомо более сильная колода, появляется там потом этот Антропос, Антропос. Вот, карта эта никак не бьется, отнимает 6 заход. Это просто бомба, короче. Вот сейчас мне даже нечего и ложить. Давайте так сделаем. Только убрал пансионат, он новый добавил. И какой компо не сделаешь. Плохая раскладка сейчас у меня. Ух, наконец-то в плюс ушел. Надолго ли? Блин. Хорошая карта стала плохой. Нет, друзья, это ГГ. Кровавая Мэри появилась и все. Все, друзья, без шансов. Ну все. Смотрите, какие там карты шикарные. Как это, блин, пройти? Я не знаю, я уже добрых... Я не знаю, я, может, специально запишу вот много попыток, потому что действительно весьма любопытная игрушка. Вот эта вот мини-игра, весьма интересная. Ну, пока в плюс ухожу, то слава богу. Не, пока в плюс. Видите, он тоже ничего не делает, специально никаких карт именных не кидает, потому что...
прекрасно понимает. Элизабет, карта духа Макгрей будет уничтожена. Карте карта Джона. Надо было Джеки ребенка ложить. Я не так не... Вот эта карта, она вообще не бьется, друзья. Хорошо, вот этот дом на болоте теперь мне в плюсик пошел. Это очень хорошо. А вот дух Макгреев — это очень плохая штука. Как его уничтожить? Подождите. Дух Макгреев там где-то было. Если на... есть Элизабет. Блин, а у меня нету Элизабет. Пансионата нету, зеркала нету. Оставим пока. Здесь карта Александра. Александра нету. Положительно не подходит. Джеймс. Здесь карта Элизабет нету. Давайте. Если будет карта Элизабет, будет то же самое, в принципе. Джеймс и Элизабет, они как комбо работают, этого духа уничтожают. Отец. Вот это хреново. А вот Элизабет уничтожает карту ведьмы. Блин, нет, не работает это так. Вот не дотерпел я. Ладно. Отца минус. Брэндон одержимый. Брэндон ребенок. Опа, вот так вот. Пока в плюсике. Я не знаю, друзья, сколько ходов у меня все дальше было. Насколько долго я могу это продержаться? Так, кровавая Мэри надо оставить, потому что это очень... Вот эта карта Джеки взрослая очень классная. Кровавая Мэри, она там минус 12, что ли, вы, наверное, помните в прошлый раз. Ведьмы у меня тоже нету, поэтому, в принципе, карта бессмысленная. Карта Александра. Александра у меня нету. Положится так, не подходит. Джеки. Пансионат или зеркала? Ну, вот эта карта паха, наверное, самая такая нейтральная будет. Блин, почти меня добивает он. Теряйте 4 жизни. Так, что там у меня? Александр. Если на поле есть карта Джеки одержимой, будем пока просто ГГ выкладывать. Замок, блин. Минус 23. Ну, пока терпимо. Есть карта Джона. Положите на карту Брэндона ребенка. Это какая карта Джона? Отлично. Еще давайте Брэндона ребенка ложите одного. Блин. Почему двух нельзя положить? Я так понимаю, что вот карту Антропос, или как там ее, Антропос, она уйдет только когда у нас вся колода будет. Смотрите, мне карты больше не дают. Так, пансионаты там есть какие-нибудь? Есть. Давайте сейчас всех уничтожим. Пансионаты все. Ух ты, смотрите, сколько у меня жизни стало. Изи. Нет, не изи. С пятого или с четвертого раза. Собственно, друзья, вот и все. Вы знаете, давайте подводить итоги. В целом, в принципе, большую часть своих мыслей я уже озвучивал и просто, ну, какую-то общую черту подведу. Во-первых, обращу ваше внимание, что сюжет мне совершенно не понравился. То есть, если брать остальные какие-то части этой серии, то большая часть игр мне относительно нравились. Были даже очень интересные сюжетные там перипетии. Особенно если брать первые части, там такая завязка любопытная была. Я помню, мы всякие предположения строили, то есть вот интересно было. В последних частях, ну, в принципе, это характерно для многих относительно современных игр. Разработчики, грубо говоря, просто забили на сюжет и предлагают нам интересный геймплей. Но вы знаете, я не могу сказать, что вот в этой части мне вот как-то безумно понравился геймплей. Да, это сделано на уровне, в принципе, хорошем таком достойном уровне для большинства студий, но это Elephant Games, и мне кажется, что у многих игр в этой серии геймплей даже был покрепче.
То есть вот каких-то супер положительных моментов я не могу найти в этой игре. Единственное, что вот действительно мне понравилось, это последние... Вот эта последняя мини-игра в бонусной главе, то есть это карточная. Это было действительно интересно, это было необычно, и в принципе вот создание такого пазла, он, во-первых, не типовой, требовало определенной проработки, то есть там вот это сохранение определенного баланса, вот это выравнивание сложности, чтобы было относительно несложно и в то же время не очень легко. То есть мне, допустим, там четвертый только или пятой попытки получилось пройти. Но это понятно, потому что первые две ты узнаешь, как карты работают, ты не знаешь даже все карты, и только потом ты уже начинаешь вот во все эти нюансы въезжать. Поэтому вот только ради этой головоломки я вот могу вам, вот кто любит карточные игры, ну хотя, конечно, играть в целую игру вы не будете, но просто попробуйте, если вы любите вообще этот жанр, просто поиграйте. Я думаю, здесь и остальные пазлы довольно неплохие, такого шедевральных нету. Этих супер пазлов, которые Elephant Games периодически в свои игры добавляют, здесь тоже отсутствуют. Но, тем не менее, что-то интересное, возможно, вот именно в геймплейном плане вы для себя найдете. Ну а в целом игрушка, я бы сказал, проходничок. То есть задумка интересная, но почему мне она не понравилась, я уже про это говорил вот на протяжении всех частей. Повторяться, друзья, не буду. Так что как-то так, на сегодня все. Большое вам, друзья, спасибо за просмотр. Играйте только хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.